Итак, здравствуйте, с вами Blacks325, и вот, наконец, обещанный обзор Sonic Generators. Что же начнем проходить? Начинается довольно легко, сегодня мы с вами пройдем Волкрафт, то есть, ну, небольшой обзор, ну да, кратенький, ну, как обычно. Ну что же, начинаем Волкрафт по Sonic Generators. Мы пройдем с вами уровни. Такие как Green Hill за модернизированного и за классического. Давайте начнем. Сначала пройдем за модернизированного Green Hill. Ну, вот так начинается, собственно говоря. Музыку я поставил классическую и ускоряемся. Я вам покажу только Green Hill, потому что остальное мы с вами посмотрим потом. Конечно, на компе в Sonic трудно играть, лучше на Xbox. Ну какая быть ему разница, а? Все равно затрендились с игрой, тортиком так называемым. Потому что одни хотят, чтобы было по старинке, а другие хотят, чтобы все было в новинку. И мы получили Sonic Generators. Ну а пока идет это, они делают Sonic the Hedgehog 4 эпизод 2 и Sonic Dimensions. Ну а мы пока наслаждаемся этим тортиком, который у нас получился. То есть у них получился. Ну у них нифига какой тортик получился. Что же, игра на самом деле превзошла все ожидания. Вообще все превзошла ожидания. Никто не надеялся такой колоссальной славы. Потому что славы певицы в игре все равно нету. Так что игра бессмысленная все равно без славы. Придется как-то компенсировать ущерб, и они пришли к выводу, что нужен классический Sonic. Ну, понеслась. Как говорит Sonic, ёжик сделал, ёжик значит сделал. Это просто охрененно, он говорит. Но не важно, что он говорит, главное, что он бегает. Он даже в левел молчит. Всегда. Вперед! Игра отличается искусственным геймплеем. Ну как искусственным? Ну то есть компьютерным. Я хотела это имя сказать. Ну то есть виду сказать имел. Ну да. Вы поняли, что я имел виду сказать. Но я молчу, а то сейчас уже скажу. Не знаю, что. Итак, сейчас мы продолжим игру. И будем все хорошо. Так, кстати, Супер Соник. Я уже собрал все изумруды, но с вами мы начнем все заново. Супер Соник очень быстро двигается. Очень быстро двигается. Это так называемый супер торчик, которые они придумали, как Sonic Colors. Ну а мы будем наслаждаться этим торчиком. Ведь скорость Super Sonic очень большая. Ну что ж, полетел. Вот он ускоряется, несется вдаль. Надеюсь, я на нем проскочу. Вот, блин, мы влипли. Вот всегда надо, когда тут, надо поворачиваться от этих стрел. А то зашибут нахуй. Ну что же, на эску мы уже не пройдем с вами. Нам это и не нужно проходить. Мы на эску будем потом. Ведь это всего лишь тортик, который состоит из гор.
еще не пойму, чего знаю. Ну ладно. Музыка, конечно, отстой, как все остальное. Обычная аркада про Соника, которая выделяется тем, что они отправляются в прошлое. Сюжет довольно заурли. Вот это слово никак не могу выговорить. Да-да-да. Именно вот это. Ну ладно, мы прошли этот уровень. И что же дальше у нас ждет? Дальше нас ждет результат. Если бы у меня была эска, я бы получил эску. То есть, если бы я не упал без жизни. Ну, вы поняли. Что же, давайте теперь быстрее сделаем прохождение на классического Соника. Это вообще занимает очень мало времени. Мы переключаемся, выбираем уровень. Его проходить вообще быстро за минуту 36 можно бы. Но это точно на эску пройдем. Если нет, я себя зарежу. Опа, взял то колечко. Отлично, так. Да, он немного глючит, потому что с фрапсом. Но все равно можно увидеть насыщенный геймплей игры. А это так называемый классический тортик, который они тоже зачем-то сделали. Ну ладно. Это как бы для старых любителей игры. Ну что же, вот секретное место. Это место знаю не только я, но и другие я. Такие как Янукевич, Янукович и все остальные там роды подобные. Ну что ж, прыгаем, и у нас получается, вот мы допрыгали. Я даже тут не был ни разу. Так, смотрим. Так. И идем. Так, вот уже заветная дорожка, так что минус 18 секунд. Я крут. Здесь также можно поиграть и в первую игру про Соника. Там нужно купить специальный... Оп, стоп! На компе как раз нельзя поиграть в первую игру про Соника. Потому что ее там нет, к сожалению. Она мне только на версии Xbox и PlayStation 3 вроде бы. Наверное. Бы. Ну ладно. А мы с вами прошли этот уровень на эску. На потрясающую эску. Вот я прыгаю, улетаю куда-то впрочь. Ну что же, мы с вами заканчиваем обзор, подведем итоги нашей игры. Ну что же у нас... С этого и следовало ожидать. Добавлено, кстати, достижение Perfect Ring и вот это вот еще. И Best Время. Вот это вот меня очень радует. Ну что же, я пока вот так быстренько достаю. Все. Пробегусь. Вот такие у нас ждут уровни в нашей игре. Let's Play City Escape. Seaside. Потом Crysis. Рух Туран, Планета Вискоф, Драгон. И, наконец, последний босс Тайм Итер. Ну что же, с вами был Blacks325. Всем удачи. И главное, не растолстейте на этом тортике.